Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Пласкун. И сегодня я решил рассказать о том, как себя показывает Титан Минус в игре War Robots, если на него поставить три пушки Ваджра. Но перед началом данного видео я бы хотел провести довольно масштабный розыгрыш 200 крутых новых пушек Ваджра. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых условия. Во-первых, вам нужно подписаться на мой канал. Во-вторых, вам нужно поставить лайк этому видео. Ну и в-третьих, вам нужно написать любой комментарий с указанием ID и платформы. Определять победители будут с помощью рандомайзера. И сразу, друзья, скажу, что если вдруг рандомайзер выберет комментарий без указания ID или платформы, то приз будет переразыгран. Ну а более подробные условия розыгрыша вы сможете найти в описании. Итоги розыгрыша будут подведены 30 августа во вторник в моей группе во ВКонтакте, а также на моем Дискорд-сервере. Поэтому, друзья, обязательно вступайте в группу во ВКонтакте, а также присоединяйтесь к Дискорд-серверу, чтобы не пропустить итоги розыгрыша. Ссылки будут в описании. Ну, в общем, ладно, немного с вами отвлеклись, давайте теперь переходить к теме данного видео. И вообще, когда в игре появились новые пушки Ваджра и Маха Ваджра, то я первым делом вспомнил про Титана Минус, потому как данное вооружение представляет из себя продвинутую версию дробовиков, а Минус как раз идеальный Титан для того, чтобы быстро сократить дистанцию и начать активно разбирать противников вблизи. Поэтому я решил достать своего Окс Минуса со склада, поставил на него три новые пушки и отправился в реальный бой. Как я уже вчера говорил в видео про обновление, данные пушки сейчас очень хороши. Они наносят очень высокий урон по вражеским роботам на близкой дистанции, при этом еще замедляя противников после каждого попадания. Но и это еще не все. Главное преимущество нового вооружения перед старыми дробовиками Гром и Скол в том, что их обойма перезаряжается крайне быстро. Вы можете сделать довольно большое число выстрелов, после чего пушки крайне быстро перезаряются, всего за 5 секунд, и после этого вы снова можете продолжать из них стрелять. У старых дробовиков как раз была проблема именно с этим, ибо если расстреляешь обойму, то дозарядка будет занимать крайне много времени. Ну а если говорить про самого Минуса, то Титан просто сейчас очень хорош. Благодаря рефлектору и второй способности, дающей ему ускорение, Минус может довольно быстро и без особых проблем дойти до противника и на близкой дистанции его разобрать, используя новое вооружение. Я отыграл на такой сборке примерно боев 25, и в каждом получалось сделать Godlike, а иногда даже и Living Legend. Учитывая то, что я играю в чемпионской лиге, то это очень даже достойный результат. Ну и, наверное, главный плюс данной сборки еще в том, что после ребаланса титанов она так и останется очень актуальной, ибо минусу никак не будут ухудшать характеристики, и он как показывал себя хорошо, так и продолжит это делать. Я думаю, что у многих, кто сейчас смотрит это видео, остался на складе Минус, так как из прошлых событий его смогли заполучить почти все. Поэтому если вы сможете раздобыть новые пушки, то смело попробуйте их поставить на Минуса. Сборка будет очень сильной. Ну и в принципе, друзья, это все, про что я хотел сегодня вам рассказать. Всем большое спасибо за просмотр, и если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а с вами, как всегда, был я, Пласкун. Всем удачи, всем пока.